Каждый день дарован нам светом. Так как у Дильки-то был? Может, слышал такой, блин, Альбион. А, понятно, она развалилась. Был я пару раз в Риге, то есть ходил там. Не пару раз, с пугами больше сейчас собиралась, то есть там охота. А кто там Рейлов, помнишь? Я Рейлов не запоминаю, сгинь. Суть в том, что... Рейлов, ну и ладно. Случайно не ты ли, а? Случайно я. Кого ты, Рейлов? Был год печальный. Магия Гёрл Охота. Ну да. А потом до тебя, кажется, еще кто-то рядил. Ну там такие уебаны вообще отборные. После того, как я лизнул, она и распалась. Он, наверное, на тебе и держалось все. А у вас что за гильдия вообще здесь? Иллюжин. Что-то за нее, я не знаю, что-то так говорят за нее хуёво. Ну, конечно, не верю людям на слово. Я лучше прямо спрошу. Все так хуёво, как говорят, или по-нормальному все? А что говорят? Ну, типа, зажатая гильдия. Зажатая? Все в таком духе. Ну? Не знаю. Что это значит? Нормальная гильдия. Как бы я лучше прямо спрашиваю, чем я буду что-то там говорить за спиной. Мы на Груля идем, блядь, я на Магика прилетел, я подъеду стандартом. Кто там первый долетит, короче, этого Лока суманите и все, и выстрел. А вот это вот охоту ты просто так собираешь, да? Ну почему просто так? Или кого-то в гильдии пойти? Ну в гильдии Дальний Восток. Несколько людей заходят. 4 часа будет люди. Там может из Дальнего Востока кто-то, из обычного вечернего состава. Mm. Ну плюс пуги. Просто себе охоту делают. Со мной кто-то за компанию ходит. Просто я знаю, что за Реков прекратилась такая тема собирать вот эти 4 рейда, ну 4 25-ки сразу, то есть. Сейчас собираю только магию Груля, то есть, а это все остальное по десяткам разбито, то есть. Обычно просто в гильдии собирают охоту по этим 4 25-кам и все. А так, чтобы с плугами, мало кто собирает. Ну да, пока Берн гильдии свою не собрал, Берн собирал, то есть там еще один тип тоже собирал. Ну, когда на гильдии пособрались, все. Берн перед тем, как собрать гильдию, он сколько вводил флары? Ну, очень много, я знаю. Я часто с ним ходил. Мне АТ не подходит, слишком позднее АТ. Либо тут... Либо... Смотри, два... Не знаю, фиолет. Мне нравится. Спасибо за сумму. Так, батя Фиксик, что ты нашел там? Давай, 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 заходи. Заходи этим шаманом. Ну конечно. Сладкая триня выпала, приговор, блядь. Я твой бать за ногу. Вот пароль, что я 4 там. Ну заходи, заходи. Желающих я пароль. Ох, блядь. Сейчас умнемся, конечно.
Я, блядь, когда с ретрика перешел на вара. А, то есть с вара на ретрика перешел играть. И такой говорю, этот удар героя, ну типа удар воина светлого героя называют. Удар героя. Да. Это, говорит, по мозгам ударило, говорит, а теперь удар героя, говорит, буду называть. Так, и там мне этот еще. Ты пишешь, да? Батя, ну короче, плюсанешь. Давайте. Смотрим еще тело. Хеноси. Зашел. Все, и баш там два моба этих. В общий чат. Напиши еще раз макрос. Давай. И химия вот это, да? Все, кто камни еще раз тык. Ну ладно, иди бей. У вас набор в гильдию какой? Там, что там вага? 280, да? 284. Ну понятно, просто закрыт. Можно дальше не спрашивать. Вон там 272-5 минимум. Да, 2-2-9, да, 2-9 пойдет? Не шучу. Кому бунш нужен? Твоих хватает. Смотри, каких. Если у кого-то есть джипс, поставьте, у меня нет. Джипс возле звезды. Так, ну я Т4 на приста, скорее всего. Вар у меня все есть. Ты каких, троих или двоих? Я давай троих, у тебя гроз пуловая больше. Так, я троих. Смотри, я приста тоже буду забирать тогда. Ты заберешь, ага. Твой шаман и король. Все, чек на пул. Кстати, а как здесь насчет ВК гер? То есть собирают вообще нет вас? Блять, я собирал на 4 босса раньше, в прошлом году. Я Ануба здесь. Да мне и надо на 4 босса, мне будет премия нужна героическая. Ну как-нибудь, не знаю, надо подумать. Не, я когда себе карту возьму, я тогда постучусь. Все готовы. Так, погнали. Надо подождать. Мне с моей 5-й картой сейчас как раз таки он ходить по обычкам. Стоит. Тебя как жертву выбрал. Что, ребята, о, как геро ходите, да? Птичка веселая была, да? Все, уезди. Человек знакомый. Гильдии там. Они говорят, до второй фазы переводят и все потом. А потом баста. Безарм, дай, веди его обратно. Думаешь, не убьет никого? Походи 10%. Давай, Бог. Через 2 секунды еще дизарм, дайте. Разбойник какой-то. Смысл, на него дизарм работает? 10%, да. До скольки? Вот и 9.
короче, до того, как красный станет. Это же фаза Берсерка, да? Типа того. Видишь, он пальцами тыкает с двух рук. Угу, но он тыкает по пальцами неплохо. Так, куда идти-то? Я заблудился, блядь. Сука, в смысле нет места в кассе. Это ты дожился. Что ты там нахватал в сумке? Да говна всякого, как обычно. Ну и есть ты, баха. Че тут в одного, да, сейчас я натрачу там. Потыкаю. На паладине у меня 4 есть на одном. А вот на этом пока ни одного еще не выпало. Оставить. Оставлю ШВ, короче, да. Пейте ману там 5 секунд. Чек на пол. Так, да я черт. На откидывание, милики, разбегитесь. Я дам шарашку, но как бы все равно разбегитесь. Так. Вон там. Блондиночка, ты вниз, да? Мак Челси стоял в мелизоне. Ну, такой-то из РДДшников вот так встал рядом, так красиво. Я так думаю, ну, покойся с миром.
Интересно, кто-нибудь барьер в 50% по аграб пойдет? Да вряд ли. О, 53. Нет, 51. Шатрат поставить. О, ноги выпали, да? Ну что, на паладина Т4 нормально, нет, на танк? 4-5 шмоток. А хер его знает. Никто не пробовал. Я просто хочу собрать, проверить. Ну, танк. На ДД я знаю, что говно полная жопа. Летим на магика. На магике у нас, значит, будет ивент. Короче, кто стоит на кубах, прожимает кубы, тому плюс 5 к роллу на Т4 и на дракона. Открой свое сердце. Если он упадет. Там чмошный дракон. Тоже думал, что он там выглядит там пиздато. Ага. Даже ивентом не заманил. Маловато, блядь, кого. Если свахнет, минус 5, да? Кто не прожмет, того кикаю с планеты. С планеты Земля, да? Отправляю на Марс жить. Ага. Так и быть. Тоже буду прожимать. Вдруг маунт за ролю. Не, предложил бы непобедимого бы в подарок. А тут дракона какого-то. Дышит постоянно, блять. У кого-то активация голосом стоит, ты вот дышишь, нихуя не говоришь. Давай говори что-то лучше. Дот там расскажи. Потрави что-нибудь. Так, лок летит еще. О, рыба. Жрите рыбу, пока она есть. У тебя запястье. Бывает танка. Запястье на мастерство. ЦК. Сука, я за ними полгода ходил. Хуенные запястья вообще есть. То лучше бы уже что-то новое, блядь, нарисовали, сука. Надеюсь, ЗС Гер нарисуют. Тут, да, тебе Ока Гер убить не могут, это ты за СГР, блядь, губу раскатал. Да хули, понерфят еще раз 5.
Немощным сделают вообще, да? Пофиксят уже, блядь. ХП ему сделают 50 лямов, нахуй. Дамаг 10 тысяч, нахуй. Тогда да. Золоманги вводят. Эпохальный режим пусть вообще вводят на все данжи. Чек на АФК. Сейчас пару хилов сумнем. Иршам его. Тыкните. Тык. А хилы есть в инсте? Ну да, вот я сумоню как раз. Короче, шамана сумоним, пошли и башим трэш. Остальные сами прилетят. Остальные не инвалиды доберутся, как в свое время было. Без 15 около инста должен. Получается, ты сейчас какими запястьями ходишь? Которые с кузнечки на мастерство, да? 245-е? Нет, почему? 258-й, свалик, мастерство, СВК 25 падает. Я думал, ты не выбил. Я имею в виду, когда нету их. Когда нету? Не знаю, не помню. Тогда СВК андер. Мастерство хардкап собирается, чтобы... Я вот для Т5. Я знаю, для чего хардкап собирается. Ну потому что ты представь, если у тебя промах, ебать, это аж прям как удар серпом появится. Не, поигрывание, в лицо получаешь дважды по 40 тысяч, отлично. Нет, это ты про парихаст, если что, может да. Быть, ты знаешь, может быть, ты не знаешь об этом, но парихаст работает только на драконах, а именно Синдрагос и Халион. Леди. Не знаю, может леди еще, но какой нахуй там пизду парихаст? Даже если он есть, это до пизды, она кастует фулбой. С мили-атаки она... Ну, нет, просто ты играл много людей на разных силаках, и парихаст был, допустим, какой-то силка, представляешь же, в десятке у всех боссов. Ну это ебанутый сервер. Это просто пиздец, на локе вообще танка складывала, просто в стекля, парихаст. В платформу. Два удара, танка нет, нахуй. Полная хуйня. Прихаста нет на этих боссах. Прихаст только на драконах. И на этих, на червях еще есть, вот которые вы кибили, вот эти чешуя, вот эти змеи ебучие, на них ходят. Так одна, там же в одного танка танчится, со второго лок может танчить спокойно. Но. Демон Крист потерял. Так, сейчас метки поставлю. Бавьтесь, отбивайтесь. Так, релогну с вами. Ты собираешь специально 56, чтобы самому было приятнее танчить? Дело не в приятнее, не в парихасте. Дело в том, что если ты вот ДК возьмешь ударом смерти и промажешь, блядь. Это минус агро в Т5, 500%, блядь, и минус отхил. А отхил там по 15, по 20 тысяч. У тебя ни разу миссов не было, когда ты таун жмешь? Два раза подряд. Ну, это надо, это не мастерство, надо, а меткость. Нет, я тебе просвещу. Удар смерти. Это физические, физическая атака. Если у тебя нет хардкапа, то у тебя будет парирование в лицо. Халиону, лечу всем. А такие боссы сложные, они требуют того, чтобы ты не промахивался. Серьезные способности. От милишника по их нету. Не парихаст не прилетает в лицо танку. По-моему, парихаст активируется от любой. Хоть от милика, хоть от танка, и он один хуй бьет танка. Дело в том, понятно. Дело в том, что у парихаста есть КД. Сколько оно там? 6 секунд, что ли? Где этот шаман Эйкими?
Лов в инсте нет. Поставьте шкаф. Не важно, сколько там по времени. На самом деле неприятно в лицо получать большие пайки. Лихас не страшен. Вот если у протовара, блядь, если ты будешь промахиваться казнью в паре, то у тебя минус агро. А кому это интересно, блядь? Поэтому, мне кажется, единственный танк, который может не собирать, то хардкап, это, сука, протопап. Остальные, блядь, чтобы комфортно играть, лучше собирать. Все, все в инсте. Так, ну я тут это самое, трэш и шевешку дам. Принимайте готовность. Лучше фурик отстекнись. Да шевешка пригодится еще. И потом на босса спектусь. Да я все равно престом прожимаю куб. Все. Гуляем. Самое главное сорвать переговоры. Гречка, ну и что теперь минуту делать? Слил всех, да, блядь? Че ты, ну, можешь лапку вон босса подпиливать? Ногти подстричь, вон смотри, какие у него большие. Так, ну люди на кубах, я надеюсь, они все в диссе. Узнают. Ой, ты там, Лёха, ничего не говорил, что вечером будет? Нет. Да, Вага, у меня рыба этой, блядь. Надо кого-то брать, чтобы кто-то ходил со мной и ставил рыбу. А кто ставил? Чтоб именно ты танк, бери хила, давай хилу. Собака танка. ДВАЙ. Ну, ДВАЙ плюс 10 кровов, значит. Будут ходить люди, буду плюс 10 кровов давать. Тому, кто ставит. Дайте Геру. Не знаю, когда новый контент подвезут. Не знаю, через полгода. Там слышал за какой-то новый остров. Сам сейчас чуть не проебался на кубе, пока увидел. Так нормально было бы. А вообще эту шляпу возможно пережить, вот это вот, то что он кидает? Да нет, вроде вот шот. Это сазан шот? Если только сейф обилки отдать, все попробовать.
вторые кубы будут после второго откидывания. Скоро откидывание будет, после нам будет. Люблю, когда обломками с потолка убивает, постолько серии в лицо прилетает. Вот сейчас после откидывания сразу бежим к кубам. Стоим возле кубов. Прожимаем. Жми, жми, жми. Что-то долго там. Кто-то испытывал рейд на прочность. Пошли к кубам на всякий случай. Пошли по кубам. Так, секунд через 5, наверное, должен быть. Надо прожать. Если что, паладин добьет бабки. Но лучше прожмите. Сейчас будет каст. Вот уже прям вот он. Нажимаем. Что, кого-то убило обломком? Да, там против. Это самое, значит, кому не нужен шмот, спасибо за рейд. Кому нужен стоим, сейчас звездочки, опять крестику обмен покидаете. Сумку ролим. Сейчас все поролим. Дальше голову квест. Так, бомжара. Хи-хи. Тебе нельзя. Так, вот этот щит ролик. Ну вон, я уже шаману отдал. Если что, этому ретрику передай. Ему напиши, как. Глаз ролич. Так, хан ДК, маг лок, грудь, Т4. То на кубах там, скажите. 5 кровов будет. Так, ну маг. Теперь оставшийся лут. Юля, ноги или что? Так, сейчас где тут сейчас найду. А, сука, это у приста. У приста, короче, звездочка. Так, плечи рольте. Плюс, это звездочки обмен. Ты что, твой, это твой вагон? Да. Дальше ноги, паладин, рога, шаман. Пролёте. Кружок, давай где-то.
Так, две шмотки тут с приста разрулим. Так надо кому-то. Дальше зубы. И потом метательная. Так. Гроза, давай обмен. Так, подожди, химия на зубы, да? Или мену на зубы? Давай мену получается, да? Нахопало, да, я так понял? Тогда ладно. Чё ты быстро, блин? И химия 77 тогда ему, да? Так, ну сюрикен не надо никому, я так понял. Кожаная башка тоже. Тогда с крестика сейчас шмот. Сейчас триньки разролим. Потом оставшийся выбор, Кольтя. Вот это орел на три, вот это подъехал, видно. Вот это подъезжает. Так, ну давай обмен, вар. А как этому звездочке? Он тупой, он не в диссе. Я тут. Это ты, вар? Ну да, я ж тебе кидал обмен. Я же говорю, с крестика. Дис же говорю. Да ты говорил, то звездочка, то крестик, я что-то путался. На мейн надо кому-то? На мейн не надо, это фуловые танки были. На оффроте, на танка тренер. Вот видишь, все говорит за то, чтобы ты делал спек танка. Потому что в ретрике успеха не добиться. Да, там спек есть. Так, дальше тут. Вот это надо кому-то? Нет. Потом вот такой топор есть. Вот такая кольчуга есть. Не-не, все дерьмо. Так, штаны кожаные. Нет. Кинжал. Щит есть вот такой. Надо? У меня 251 состав. Зачем он мне? Давай обмен, кружок. Штаны. Дальше. Вот такие тапки на танка есть нормальные. Давай обмен. Варпа, отдай бригу. Молот дальше улетит. Ой, блядь, пушку нахуй. Ладно, отдай. 56, не буду ее забирать, пизду. Че, Чеширскому, да? О, отдай 55-му, ну, Чеширскому. Пусть он носит. Я с мечом похожу. Так. Я бы мог, конечно, забрать, но некрасиво там делать. Такой. Такая кожа, это, наверное, все. А, ты тут? Нет. Чуга, да, липнул, наверное, уже. Да я ему 15 косарей бы за приму отдал. Ну, как хочет, хуй с ним. Так, такая кольчуга еще. Там все уже ливнули. Древковая есть. Ну все, все остальное никому не надо. Ну все. Всем спасибо за рейд теперь. Древковая? На, пиздал тоже. Нахуй. Сам нам давно 245. Ну, спасибо за рейд. Спасибо, но я хоть что-то поимел, я хоть тренку взял нормальную.